На улице царит непонятная погода, то ли зима, то ли весна. Постоянная смена температуры с минуса на плюс и наоборот. Это очень отражается на дорогах нашего города. Пойдемте узнаем у саровчан, удовлетворены ли они нашими дорогами. Конечно, нет. В данный момент нет. Одни выбоины. А почему? А где больше? Вот, ну вот по Курчатову мне вот чаще приходится ездить. Здесь выбоин много. Ну и там везде Парзамаски, но это основные дороги. Здесь тоже много выбоин. Ну, очевидно, зима такая. Куда денешься? Мне кажется, что после зимы наши дороги всегда в ужасном состоянии. Очень много ям, и очень страшно оставить там свои колеса. Ямы? Не устраивает. Ям много. Почему? Что? Где больше? Надо ли их залатать вообще? Да, конечно, надо. Ты что, по всему городу одни ямы. Да, подъезд к магазинам вообще никакого, подъезда одни ямы. Вчера я шла пешком, вот, Курчатова улица. Зимний ремонт дороги был, так? Ямочный. Ну вот я вчера наблюдала. Там вот, да, асфальт новый лежит, но он вот так вот лежит, вот, бугром просто. Сами видите, наверное, какие ямы, разбитые дорога. Еще только февраль месяц, как мы говорим, а дальше больше, оно все хуже будет. Из-за того, что вот некачественно, наверное, выложен асфальт нашими работниками. Ясное дело, что может быть лучше, чем где-то. Но только сейчас приехал с Соломасова. Ну, дороги ниже средних, ну, так скажем. Ну, я понимаю все эти трудности, всю эту погоду. Поэтому считаю, что... И уже видел, что даже вот... Вчера дождь шел, а дороги ремонтировали нас внутри города. Поэтому, мне кажется, все-таки думают об этом немножко. Для вас опрос про дороги проводили Ирина Шагородцева и Евгения Шевцова.